белый зал. Это самое большое и самое нарядное помещение во дворце. Площадь его 218 квадратных метров. Высота потолка 7,5 метра. Так же, как и вестибюль, белый зал оформлен в стиле итальянского возрождения. Обратите внимание на лепной потолок и верхние части стен, полукруглой формы окна и симметрично им размещенные застекленные двери во внутренней итальянской. Четыре массивных колонны статуарного карарского мрамора